24 октября. Память священномученика Филарета Великанова, священника. Филарет Иванович Великанов родился в городе Верхний Ломов, Пензенской губернии, в семье дьякона. Окончил Пензенскую духовную семинарию и был определен псаломщиком в соборную церковь города Нижнего Ломова. Позже был рукоположен во диакона, а в 1916 году – во священника. В 1918 году отец Филарет был арестован ЧК. Положение батюшки в тюрьме было крайне тяжелым. 22 октября 1918 года священник был приговорен к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной авантюре чехословаков. Священномученик Филарет был расстрелян в Казани 24 октября 1918 года.